оценки. Ну, оценка Капуни Нагавы высокая, 20,4. Это пока четвертый результат. Но напомню, что еще выступаете в этой группе многим спортсменкам с обручем. И еще нас ожидает подгруппа A, которая стартует в 15:00. Ну, а сейчас спортсменка из Украины, Кристина Пограничная, уже рассказывала, что изначально была в заявке Влада Никольченко, но выступают Виктория Наприенко и Кристина Пограничная. Кристина. Она, кстати, одна из немногих, кто знает весь этот зал, ковер. Здесь Кристина выступала на соревнованиях на призы Марины Лобач. Стала там второй в многоборье. Ну, я думаю, что Ирина Ивановна так пристально следила за Кристиной, что тоже ей надо будет определять все-таки, как кого расставлять на чемпионате мира, если это еще не было сделано, потому что накануне чемпионата Европы тоже должна была изначально участвовать Пограничная, но потом